я рассказывал вам о турецких репликах товаров известных фирм. Но есть реплики турецкие на турецкие фирмы. Вот Парчос, это турецкая. И вот то же самое в Шоке. Их торговая марка. Все то же самое, кроме цены. Вот Парчос, а вот Минтакс. Это в Шоке. То есть тоже нужно обращать внимание иногда и на турецкие фирмы, так сказать, существуют реплики.